Это кто? Закил! Зачем ты мою что-то видел? Для подписчиков, чтобы они увидели, какой ты на самом деле. Ладно, ладно. Я тебя понял. Значит, ты не хочешь по-хорошему, я же правильно понимаю. И что теперь будет? Вначале я немного над тобой поиздеваюсь, а потом будет самое интересное. Желаю тебе удачи. Все, ребят, я сбросил. Короче, ребят, как вы могли понять, мне сейчас позвонил geo.exe из прошлого ролика по Brawl Stars. Я в полнейшем шоке. Я честно скажу вам, я такого не ожидал. То есть, ну, когда я понимаю, что он написал мой номер, действительно, он в прошлом ролике мне прислал мой номер и сказал, что он на него позвонит. Вы можете по подсказке вот здесь, где-то она появится, посмотреть прошлое видео, чтобы вообще понимать, о чем я сейчас говорю. Вот, но то, что он позвонит настолько быстро, получается, в день выхода этого видео. За сегодняшний день у меня звонил уже около 3 раз. Первые 2 раза я не слышал звонок, потому что у меня телефон стоял на беззвучке, я записывал для вас еще ролики, но когда я уже поставил, ну, как бы, звук, он мне позвонил, и сейчас вот я для вас этот звонок записал. В общем-то, ребят, я нахожусь в полнейшем шоке. Здесь вы можете увидеть скриншот, где он мне действительно звонил, вот, получается, как раз-таки эти все 3 раза. Вот, на третий раз я уже взял трубку. Слушайте, ребят, представляете, он еще не сбросил. Алло, ты тут? Мы уже с ним 2 минуты разговариваем. Алло, Гейл, ты тут? Он молчит. Ребят, что происходит? Я просто... Меня всего трясет. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео. И напишите комментарий, как думаете вообще, что мне делать в этой ситуации. Он не сбрасывает. Так, ладно, я сброшу, все. Я думал, что все закончится более-менее мирно, но Гейл решил доконать меня по полной. Вообще, вся эта история началась из-за того, что я зашел в Brawl Stars Darknet. То есть, я зашел просто поиграть, заснять для вас интересные видео. И каким-то чудом, вообще, первый, кто узнал мой номер, это был Кольт. Потом узнала Шелли, потом узнала Гренни. И вот так все пошло по нарастающей. Сейчас, мне кажется, мой номер знают все, получается, эти люди из Brawl Stars Darknet, ребята. Это полный шок, они мне звонят, ну, постоянно. Просто некоторые моменты я вам не снимаю, вот фиксирую только вот такие самые ключевые моменты, которые реально, ну, волнительны. В общем-то, ребят, я буду заканчивать это видео, я понимаю, что оно будет получилось довольно коротким, но вот так получилось, ребят. Такой звонок, вот, ну, я думаю, это обязательно нужно выложить на этот канал, потому что вам всем будет интересно посмотреть, как вот вообще мне звонят различные вот эти вот, получается, персонажи из Браво. В общем-то, ребят, я заканчиваю этот ролик, с вами был сегодня Деп. Большая просьба, ребят, поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал, если ты еще не подписан, написать какой-нибудь интересный комментарий, возможно, который мне поможет как-то решить всю эту ситуацию. Все, ребята, с вами был сегодня Деп, всем до скорых встреч.